Всем шеф-шеф, с вами Олег Шеф. В этом видео я покажу, как сделать вот такой вот самолетик оригами, без использования клея. Ну что же, приятного просмотра, а мы будем начинать. Для этого нам понадобится вот такой вот листик А4. Нам надо согнуть его пополам. Вот. И теперь вот тут вот такие уголки загнуть. Так. Я согнул уголки. Теперь мне нужно вот это согнуть. Вот тут остается такое небольшое пространство, как конверт. Закрываю. И теперь мне нужно опять сделать уголочки. Раз. И два. Вот, у меня получается вот такое вот что-то уже напоминает самолетик. Если его вот так вот согнуть как-то. Но это еще не все. Нам нужно согнуть вот этот вот уголочек. Вот так. Теперь я переворачиваю мой самолетик. И складываю его вот тут вот сверху. Вот. И мне осталось сделать только крылышки. Раз крыло. И два крыла. У меня получился вот такой вот отличный самолетик. Как видите, он без использования клея. Также он отлично летает. Ну что же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы будем заканчивать.